Всем привет, меня зовут Таня. Не так давно я начала заниматься любительским фигурным катанием. Как же я попала в фигурное катание в 27 лет? Как я выбирала свои первые профессиональные коньки? Я хочу вам рассказать невероятную историю покупки моих новых коньков. И да, меня зовут Таня, мне 27 лет, и до этого года я совершенно не умела кататься на коньках. На катке была буквально раза три за жизнь. Но в феврале вдруг мне захотелось научиться кататься. Вы видите видео с моих первых нескольких самостоятельных катаний, когда я еще понятия не имела, что это приведет меня к фигурному катанию. Начинать в 27 было невероятно сложно, я даже прямо ехала с трудом. А это уже кадры из влога с моей последней ледовой тренировки на данный момент, и вы можете увидеть мой нынешний уровень катания, к которому я пришла за полгода катания. У меня был большой летний перерыв, но весной и эту осень я активно катаюсь, осваиваю базу скольжения, понемногу начинаю прыгать перекидной, осваивать вращение. Мне очень нравится делиться историей своего фигурно-катательного пути. Я активно веду социальные сети, где делюсь всеми своими сложностями, успехами, падениями и победами, пусть пока и маленькими. Буду рада видеть вас на своем канале. Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам тренировку для фигуристов, чтобы набрать форму после праздников. Сегодня мы с вами сделаем и кардио, и попрыгаем, и подкачку, и небольшую растяжку. Будет очень интересно и полезно, поэтому оставайтесь со мной и давайте начнем тренировку. А начнем мы с разминки. Разминка головы. Небольшая совсем разминочка, такая мы потянем чуть-чуть плечи. Вообще такую тренировку можно делать каждый день. Здесь задействованы будут у нас все абсолютно мышцы. Понадобится нам скакалка, кроссовки обязательно и коврик. В принципе, все. Также по желанию можно еще поделать вращение на спиннере, но это уже, как говорится, обязательно. Так, разминаем руки. Спина. Вперед-назад наклоны. Пишите в комментариях, как вы провели свои новогодние каникулы, как вы восстанавливаетесь. Может быть, у кого-то были сборы. Вообще, я очень хотела бы бывать на сборах, но, к сожалению, подходящих не нашла. Поэтому тренировалась я самостоятельно, плюс еще заболела. До сих пор я нормально не выздоровела. Вообще, про мою жизнь можете смотреть в телеграм-канале. И мы делаем выпады вот такие в сторону. В общем, в моем телеграме я выкладываю всю свою жизнь, все мои новости, что там интересного и не очень. Теперь подъемы. Разминаем стопы и одновременно как раз-таки сам голеностоп качаем. Делаем по 15 раз. На двух стопах, на левой. Отлично. Теперь нам нужно сделать немножко пистолетиков по 10 раз с одной ноги и с другой. Пистолетики наши мышцы разогреют, подкачают и, конечно, уберут, как говорится, ненужный жир с попки. Ручки
стараемся тянуть вперед, ногу разворачиваем и держим прямой. И то же самое с другой ноги. Очень долго я хотела сделать такой вот комплекс по подкачке именно для фигуристов. И наконец-то дошли руки. Ой, я не долго немножко повыше. Отлично. Теперь будем одну минуту стоять вот в такой второй позиции, где у нас хорошо работают тоже бедра. Засекаем одну минуту. Руки мы можем обязательно развернуты у нас вот здесь 90 градусов в коленях. Напрягаем мышцы. Да, у нас как позиция кораблика, она хороша и для кантилевера, поэтому терпим. Да, я немножко задыхаюсь, извините меня, просто потому что болею и носом вообще не могу дышать, еле вообще тренируюсь. Так, еще держим, еще 15 секунд. Так, 4, 3, 2, 1, 0. Отлично. Можно немножко потянуть себе бедра. И переходим к следующему упражнению. Нам понадобится скакалка. И мы сейчас тоже одну минуту будем выполнять прыжки на скакалке одинарные либо двойные. Я советую всем, кто имеет двойные, сразу начинать с двойных.
5 раз мы делаем кружок. Четверо через скакалку. Теперь будем держать выезд 5 счетов. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь мы делаем упражнение Jumping Jack. Думаю, многие его знают из всяких кардио. Тоже 1 минуту. Теперь мы будем делать 3 прыжка наверх и приземление, выезд. Отлично. Немножко отдохнем и будем переходить к прыжкам. Начнем мы просто с перекидола 3 раза. Максим тоже 3 раза. Теперь аксель с руками наверх тоже 3 раза. Два прыжка, но уже на ваш выбор. Я, наверное, выберу сад. Теперь сделаем небольшую подкачку. Подкачка пресса. Вот, поднимаем только лопатки. Качаем нижний пресс.
вот таких скрученей. Теперь ложимся на спину и будем делать упражнения для спины. Поднимаем спину 20 раз. Саши Трусовой, поэтому, Алиса, включи песню Саши Трусовой «Два крыла». Включаю Александра Трусова, песня «Два крыла». Мы делаем вот такие вот движения в спину, я не знаю, как объяснить, но очень хорошо помогает подкачивать спину. Тоже 20 раз. Фух. Теперь поднимаем ноги вот таким образом. Делаем складочку. Ути, господи! Так, хорошо. Есть шанс сделать. Мы делаем шпагат лежа. Все, негде. Да, мне нужно взять вот это. Ну что ж, на этом было все видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, было полезным. И обязательно сохраняйте это видео, делайте каждый день и становитесь лучше. Всем пока-пока!